дрова такие. Турнире по спиннингу ловля хищной рыбы с берега. Можете себе похлопать. Да, молодцы, кто собрались. Мы будем раздавать такие флайеры от Дубравы. В перерыве можно будет, ну, Лёха откроется, он уже открылся. Чай, кофе бесплатный. Так, Чизима, всем. Жеребьевка 8.03. Производитель приманок просил передать то, что вы сейчас вытянули. Он сказал, что на это ловится. Это вам намек такой. Зона, я так понял, одна, правильно? Зона да. Одна. Куда хочешь, туда и бежишь, ловишься. Что, срез? Да. О, видишь? Процесс пошел. Давай. Товарищ главный судья. Хоть дождя нету, да, Макс, скажи, блин. И то вперед. Вот я уже приехал. Приехал с ночной смены. Сейчас ребята уже там прожеребились. Уже вроде вот осталось пару минут до старта. Я вот беру энергетик. И иду Валика искать. Пытаюсь их набрать, никто не берет трубки. Я не знаю, где. Валя, где вы находитесь? Дети? Внизу там на ступеньках? Все, давай. Доброе утро. Работа? Уже начался, да? Давно? 8.25. А, в 25 начали? Да. А что раньше? Тару Макс надо сбить. А, давай. 2 грамма. Опять борода, блин. Я, кстати, прошлое соревнование по фидеру пересматривал, там, где у тебя борода была. С первого заброса. Да. Так же самое здесь, но она вылетела отсюда шкатулка. Все, бери ее, срезай. Да ну на. Конечно, срезай и... Вон, смотри, я уже половину распутал. А, ну если получится распутать, то... Ну, купаться, правда. Короче, октябрь месяц, люди решили покупаться. Мишка, где рыба? Плохо. Должна быть. А? Где рыба ваша? Ну, ловят, да, окуня по чуть-чуть. Слушай, смотри, а есть разница, если... Покажи, я вижу, я вижу. Вот есть разница, если это ушко вниз или это ушко вверх должно быть? Вот это есть вот разница. Вмятина. Значит, вот, я неправильно связал вот его, вот, да? Сейчас... А, вот неправильно. Неправильно, да. Значит, наоборот. Вверх надо. Ногами, да, ты сейчас суть поставил. Генчик отрабатывает. Идем взвешивать. Сильно тревожилась, то есть так, что я решила. Тревожилась, да? Да. Шок. Да, да. Да. 24 грамма. Остановись. 25. Ты не угадал. 25. Но глазомер, ну, спортивный, но глазомер, конечно, у тебя хороший. Я хорошо поставила вторую рыбу. Все? Выпускай рыбку. Подожди. Все, поздравляю. Красавчик. Юху. Продолжай. В том же духе. В том же духе. О. О. Судья. Судья. Судья.
Судья! Ждем судью. Он судья прям оперативно. Это без посуды. А я, видишь, это, я с работы с ночной сразу сюда. И... 109 грамм? 109 грамм. 108. 108. Давай, приходи. Цуркан В. Вот что не хватало для хорошей рыбалочки чайка. Мирон, берем собаку домой. Так, вижу знакомые перчатки. Сережа поделился. Правильно, молодец. Артем Юрьевич, что вы скажете? Артем. Есть рыба? О, молодец. К рыбе вопросов нету. А, да, мне Генчик сказал. Так, товарищи участники, первый тур у нас прошел, был отдых, начинаем второй тур. Туркан есть? Туркан я. Туркан Евгений. Тихо, 37. Добрый день. Бог помощь. Здрасте. Как успех? Ничего, потихоньку. Рыба. Рыба есть. Такая поклевка. Электрошок. Окунь. Где твой конкурент? Ладно, ладно, идем дальше. Вот оружие. Уи! Обновили Big Fish, 171 грамм, щучку малый поймал. Красавчик. Петров? Петров? Да, малый. Вообще. Щучку. Красавчик. Кто там, Иван? Артем Юрьевич, передайте привет. Помашите ручкой. О, молодец. Ну, видишь, как спиннингисты должны передвигаться? Приходится бегать за пополнением. Да? Сейчас даем. Так, всем спасибо за участие, все молодцы, то, что собрались, кто пришел, кто приехал. Я считаю так, что все выиграли, все победители. Единственный, кто проиграл, это кто остался дома. Поэтому вы все молодцы большие. Последнее место, 19-е. Мазник. Мазник. Подходите. За волю в победе. Подходите. За волю в победе, все вписи. Тренируйся. В следующий раз будет все. Будет хорошо. Да. По списку дальше. 18-й Ланганюк. 17-й Пономарчук. Big Fish. У нас 171 грамм щука. Петров. Выходи. Поздравляю. Это тебе подарок. Держи. Грамм. Это грамм диплом. За Big Fish самая крупная рыба. И ты у нас еще самый молодой участник. Правильно. Самый молодой. Смотри, тебе еще. Ты призов прямо... Набрал кучу призов. Еще один. И это... самому молодому участнику тоже твое. Похлопаем. Молодец. Молодец. Так. Технический перерыв. Первый ход. Да. Давай другой. А мы же не писали самого опытного. Так вон он.
Бодарев МН. Самый опытный участник. О! Вручадик вам. Поздравляю. Это вам, сейчас не уходите. Сейчас призы. Это сюда. Да. Это тоже вам. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Так. Ну, и начнем. Еще пока перейдем к третьему месту, поблагодарим наших судей. Ильич Александр. Владислав Геннадий. Ниже, поклоны ниже бей. Гавриленко Максим. Ну и он. И я, да. Бабий Валентин. Тоже мнение. Да. Третье место. Мазанов. Похлопаем. Красава. Выиграет победу себе. И за самую маленькую рыбу, это окунь 7 грамм, можете тоже купить. Нужно мастерство какое, всечь такую рыбу. Не уходи, вставай здесь. Да, сюда легко. Второе место. Зинченко. Врёлкин. Серега, она тебе не хочет, но крутится. Второе место, пожалуйста. Стой, там была коробка. Так я дал вот рукав. А, все. И чемпион на сегодня. Чемпион Кизыма. Кто этот? Кто этот парень? Красава. Он поймал 10 рыб. Самую большую 152 грамма. Но малыш его берегет. Пожалуйста. Давайте для общего фото. Пока еще никто не разошелся, объявление. Сейчас команда Zander Team и, соответственно, спонсоры магазин «Мир рыбака», город Тирасполь, проведем турнирчик, небольшой турнирчик на набережной. Соответственно, кто желает поучаствовать, подходим и участвуем. Их правила сразу. Правила? На пляже. Правила все там объяснили. Суть в том, это типа конкурса, кто попадет точно в круг. А, бублик? Бублик. Спиннингом? Да. Будут номинации, две номинации. Будет награждение первого, второго места. Призы, соответственно, есть еще, ребята. Так что еще можно побороться. Нету и под рукой, блядь. Перелет. Онлайн. За второе место Штур X1. Спасибо. Вместе с пакетом. Спасибо. Все. Аплодируем. Поздравляем. Спасибо организаторам. И участникам тоже спасибо. Спасибо, что пришли. Все, все молодцы. Хоть в камеру покажи, скажи там. Как оно? Мир рыбака, все. Да. Покедово. До следующего раза. Валите домой.